Всем привет, друзья! Вот я буквально коротенькое видео. Темы у него практически нет никакой. Я снимаю его для того, чтобы рассказать вам один анекдот. Ну, не анекдот, а такая вот маленькая история. Когда-то я ее нашел в интернете, не помню уж даже, кто ее написал, кто ее сочинил. Решили на собачьих бегах устроить спор, пари. Кто быстрее, борзые собаки или леопард? Всех загнали в эти загончики, приготовились, собаки все уже готовы рвать когти, блин, прямо аж, а леопард лежит себе спокойно, блин, на земле, даже не рыпается. Звучит гонг, открываются загоны, собаки рванули как ненормальные вперед, леопард сидит, зевает, его спрашивают: слушай, а почему ты не несешься? Докажи нам, что ты быстрее, чем собаки. А леопард и говорит: вы ведь прекрасно знаете, что я быстрее, чем собаки. Вы ведь прекрасно это видели, прекрасно все это понимаете. Так почему я должен каким-то собакам доказывать, что я быстрее их? Вот. Теперь к тому, для чего я решил снять это видео. Все выкладки, которые я делаю у себя на канале, неважно, будь то показ техники, демонстрация тамисивари, объяснение каких-либо комбинаций или еще чего, делаются не для того, чтобы показать кому-то, что я вот пытаюсь им доказать свои навыки, свои способности или, ну не знаю, там, оправдать их запросы и ожидания. Нет, это делается для того, чтобы показать, что вы можете применить на улице в реальной жизни, в реальной ситуации, случись такая с вами, при нападении на вас гопников, и как вы можете это тренировать, как вы можете это нарабатывать. Это первая цель всех тех техник самообороны, которые я у себя на канале показываю. Второе, когда я показываю, демонстрирую тамисивари, я обычно сопровождаю эту демонстрацию небольшими высказываниями о том, как правильно делается эта техника и что может произойти с человеком, которого вы таким ударом встретите или в брюшную полость, или в область грудной клетки, или даже в челюсть. Никаких других целей, пытающихся под собой как-то доказать то, что я могу, я не ставлю. Достаточно уже, сколько лет подряд я веду этот канал, и не только этот канал, у меня был еще один канал. Сколько лет я показывал различные техники, комбинации, удары, блоки, передвижения. И один показывал и со своими ребятами, студентами, с ассистентами. На тренировках показывали. Многие, кто залетные, приходят на канал и видят все это, считают: о, еще один старый дурилка, который, блин, пытается что-то нам доказать. Ребятки, я вам ничего не пытаюсь доказать. Этот канал имеет под собой цель познавательную, а не доказательную. Холодно на улице, сыро, противно. Всем удачи, пока.